Всем доброго негра, с вами, как всегда, Филиппин, и сегодня мы вместе с Кофи играем в Overwatch, guys. Да, ребятки, всем привет, и вот буквально только-только начнется матч, и мы уже просто готовы врываться в бой. Вот. Да, я сегодня играю, короче, за Гензи. А я за Ханзо, то есть это лучник. А у Макс у нас ниндзя. Вообще по истории Overwatch, типа, что-то там братья из одного клана вообще. Нормас. Да, давай, обходим, сейчас быстренько надо начинать. Там в доме есть противники. Так, давай, Макс, давай. В среднем доме, да, есть то? Да, в среднем доме, там на втором этаже был. Ах ты, сука! Убили? Там этот вонючий был. Да, будь аккуратен, Олежа. Да, держи. Там эти мины накидал свои опять. Убил? Отлично, так. Ща мы тут начнем месить. Капец, там врагов просто немерено. Так. Так, снес, значит. Турель. Да, турель снес. Отлично, так. Пацанул еще ковбоя. Попал? Ой, здорово, толстячок, ты че? Ой, там мины полетели, так. Надо обходить их быстрее. Надо, братан, давай. Так. Ребята, кстати, пишите в комментариях вообще, какие ваши любимые персонажи в этой игре, кто играет или кто просто смотрит. Да там танк, кстати, Макс! Справа танк, слева точнее. О май гад! Ой-ой-ой-ой, так, у нас еще хилер есть, отлично! Мне хп надо, хп. Хилер есть, а хп нет у меня, понимаешь? Вот такие вот дела. Так, ладно. Давай, минусуем. Почти, меня лучник убил. Ай, блин, меня тоже убили. Уже на точку, хорошо. Слушай, меня тоже лучник убил, а он там просто стоит на одной позиции, ему там вообще хорошо на самом деле, понимаешь? Он нас с тобой двоих по факту убил, получается. Так, ну ладно, погнали тогда. Блин, а там этот здоровый чел, мудила просто. Блин, жесть, конечно, ребята. Так, это что за взрывы такие? Там этот крысолов, крысятник, крысавчик. Так. Как мне его сейчас... Давай иди сюда, бандит! Ах ты, ловушка! Пипец, их там наверху, Макс, понимаешь? Знаешь, как там лучник стоит? Так, я ультанул. Братан, давай. Отлично, все, сейчас минусанешь. Так, минусанул одного. Сейчас я подскочу. У меня как раз ульта готова, сейчас если что там залетаю, сразу всех просто на колбасники покрашу. Так, снес турель. Да, у красавчика. Красавчика. Ой, он ультанули, Макс, уходим, блин! Две ульты на нас. Ай, просто жесть, я... А, меня даже убили не драконами, а вообще колесом таким смертным. Ну, у нас двоих. А, да, реально двоих задел, воу. Жестко, конечно. Мы, друзья, конечно, еще пока что не профессионал геймеры в игре. Ну, нам там как бы всякие турниры, это еще рано, конечно же, да, но как-никак все в будущем, все впереди, просто реально, вот, ребята, ну не сильно мы так прям задротим в игрушку, так играем, просто нравится реально очень. Так, снес турель. Да, по фану. Ну, у меня уже 15 левел, тем не менее, набился, я, кстати, вообще просто накупил... Хедшот, бич! 36, сука, кейсов купил в этой игре. Ну, азарт, он такой, как бы. Скин топовый все. Так, Макс, тут идет. Ой! У нас 2 минуты остается, это очень опасно. Ух ты! Ой-ой-ой, блин, мину кину, я просто на мини подскользнулся, ё-моё. Так, ну тем не менее, я уже сделал пока что 3 убийства, это, конечно, мало, но, ребят, что поделать. Все, давай, рашим. Так, у меня, кстати, ульта, Макс, если что, я могу ее реализовать, скажем так. Их это. Туда им кидай. А я еще пока не на точке. Давай. Так, чё там, где? О, спишный щел. Так, надо наверх подняться. Оп. Там этот ковбой. Танк, там танк еще стоит. Так, ну чё, кого? Оп. Давай, минусуй. Хорош. Как красавчик, сука, откуда ты взялся? Блин, там танк идет на меня. Прям на меня идет, Макс. Опасно. Я умер сейчас пока что. Блин, нас гном вообще что делает? Зачем такое неловкое вообще дело-то, а? Вообще не туда, куда надо ставить свою турель. Все, ну почти. Там нифига танк улетел. Точку. Так, это наша турель. Давай на точку все, надо просто рашить уже тупо. Так, давай. Ух ты! Бля, понятно все. Там лучник. А, это там, точнее, ковбой был, да, по-моему? Если у тебя есть ульта, просто кинь туда и минусанешь минус 3 сразу. Сейчас. Минус 4 даже, там их тьма, просто тьма. Я активировал. Давай. Но никого не убил при этом, понимаешь? Они все увернулись от нее. Да ну. Да.
Я там только покоцал многих и все. Ну, а им топовые, просто топовые, а им! Сюрикены эти конченые. Че у нас че успевает? А все, мы просрали этот раунд. Все, реально? Может, да. Все-таки еще можем как-нибудь, не знаю, добиться? Ну, если у нас че успеет какой-то добежать до... Блин, давай ускорение, 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 ускорение! Секунда! Сука, нет! Ну, все, ребята, первый раунд у нас поражение, но ничего страшного, как бы, я не думаю, что это прям так серьезно, как бы, и так далее. Блин, мне вот это нравится, знаешь, типа Голливуд, вот такое вот. Финал. Да-да-да-да. Ну-ка, давай посмотрим на лучший момент матча. Меня знаешь, что раздражает, когда вот в самых лучших моментах матча бывают такие просто нелепые моменты, которые вообще не тянут на самый лучший. Это что? Ой, ну хорош! И что он сделает? Это ну, минус 2, это вообще... Ну кстати... это минус 2, конечно, ладно. Так, и что, за кого лайкать? Ну ладно, своих и будем лайкать. Просто вот эти убийства были не двойные, как бы, просто по очередности. Ну это да, да. Так, ну что, у нас это следующий матч, ребята, начнется через 15 секундочек. У меня почти 16, да, я апнул 16 левел, отлично. Не, у меня пока что я вот... У меня в кармане. У меня 8, ну, короче, 8 уровень у меня сейчас, да, вот. Ну, скоро 9 будет, ребят. Ну, играем мы реально, видите, как бы не так много, вот, и пока что только так. Пишите, кстати, свои уровни, и вот как Олег говорил, то есть, какие персонажи из у вас самые любимые, да, например. Угу. Вот, ну вы сами понимаете, у кого какие самые лучшие вот у нас. Я вот люблю играть за Гензи, а Олег у нас получается за лучника. За Хензи, да, ребят, ну реально, я что-то лучника, прям, знаете, как будто мое такое. Хоть и порой не получается на самом деле, да, там делают такие прикольные киллы, но я вот люблю просто лук, как бы это реально мое. Так, ну что, игра начинается или что у нас там? Да, вот, все, мы подключаемся. Ну, я вот лично для себя выбрал тактику такую, что я взял вот именно самого, ну, любимого, на мой взгляд, персонажа и чисто играю им. То есть пытаюсь выбить как бы скилл именно на игру им. Ну, я в общем понял, да. Вообще ничего не понятно. Вот смотри, здесь такая карта, если мы попадаем за ту команду, которая должна донести корабль до вражеской территории, да, то тут вообще очень хорошая тактика такая есть. Ты просто кто-то играет за танка, и он выходит щитом, а другой чувак с турели стоит просто, да, вот за робота этого, который в турели. Да, вот у нас есть хиллер. Во, и это будет просто вообще тимплей на работу, и тут всех просто... Ты чё, кого берёшь-то? Ну, я, наверное, лучника возьму пока что, я не знаю, а ты чё? Да, ну я взял это, Гензи. Ну, в общем, за тем же составом, короче, играем, да? Защищаем, понятно все. Ну, смотри, у нас танк есть в команде. Вот, там не было, там было написано, что нет инженеров, по-моему, у нас. Инженеру нужен тогда, когда нужны турели, но... Для осады, хотя они нужны, да, соглашусь, но я вот не хочу им играть. Ну ладно, просто так, надо занять позиции. Подожрашить, мешать им бегать, постоянно будут кидать эти сюрикены. Слушай, здесь, конечно, было вообще по кайфу просто взять вот этого робота, который с турелью превращается, и ты просто занял бы сейчас какую-нибудь позицию хорошую. Да. Есть такое, и фарм просто киловый пошел сейчас. Блин, надо было так и сделать, наверное. Но я уже добежал. Так. Are you ready? Сейчас, оп, отлично. Так, сюда, давай. Оп, отлично. А чё, какого? Чё, нельзя туда? Ну ладно. Чё, 10 секунд, Олег, ты готов? Да, я уже приготовил, занял позицию. Так, сверху, по-моему, кто-то есть. Снизу. Боевая готовность. 4, 3, 2, 1. Let's do this! Там снайпер. Да, вижу. Так, снизу. Цель устранена. Вас! Макс! Оп! Блин, да ладно! Сука. Жесть, сука. Это как они так вообще, подожди, я не понял что-то немного. Сану вот этого ковбоя. Жестко. Так, может другого какого-нибудь героя? Лично. Я, короче, возьму реально вот этого бастиона и все, и буду на нем играть. Так, мне нужно HP, быстренько HP. О, брат, по крови. Все выкинул просто. Ты кто такая, жируха? Че там такое? Ай-яй-яй, 45 хп, 5 хп! Так, куда встать, только я не знаю за эту турель, вообще не знаю, куда. Все тащит груз, короче, давай как-то, не знаю. Тебе в идеале просто встать сейчас за укрытие какое-нибудь, и все, по пути где-то... Ой-ой-ой-ой-ой, обстрелил! Ооо, ясно, вообще неплохую, очень плохую позицию занял, потому что я был вообще один, и на меня сразу там четверо или пятеро... И ну, вообще плохо. Быстро начали вообще рашить, ты заметил? Да, такое что есть. Рашит очень быстро. Сука, это очень плохо. Так, надо тогда чем-нибудь нормально, по уши какую-нибудь позицию взять, а то реально это вообще ни о чем было. Сука, ты кто такой, а? Уйди отсюда! Пёс ты! Плотное чмо!
оставь там свою турель, короче, и жди просто их. Они сейчас сами придут. Да как так? Да я не понимаю, как? Это чё за чел такой, вообще я не понимаю. Взял с дробовиками. Нет. Да, да он достал вообще с дробовиками своими, блин, бесит, вообще не люблю. Я готов, мне надо главную выхаба сейчас сдать. Так, ладно, все, надо получше позицию. Одно убийство, это просто лол. Минус два, отлично. Ульта зарешала все. Так, все, Макс, давай, я с тобой рядом, недалеко. Мы тут тачку им обратно. Вот куда-нибудь можешь сюда встать, я не знаю. Я просто реально не знаю, какую позицию. Тащите Лего! Короче, надо встать куда-то сюда. Ой, ой! Ладно, он улетел, слава богу, так. Здорово, так. Неожиданный поворот событий. Тут такой презентик для вас стоял. Потому что там они рашат, очень дико рашат. Опасно. Надо быстрее наверх залезать. Так, ты чё, роботом сейчас ебнёшь? Да. Отлично. О, нормально, ты вообще точку хорошую взял. Чаем, блин, там... меня в спину, ну просто, понимаешь, мне как бы нужно все время тот человек, который будет прикрывать спину меня. Это, блин, вообще такое. Чел просто подошел с упором меня, с револьверов, на, и все. С револьверов? Серьезно? Ну, реально, ну он в спину реально просто, и все. Я его даже не видел сначала. Да, есть хорошая вообще ульта, то, что он просто там умри. А, это у другого, это который с дробовиками. А, ну у револьвера тоже есть хорошие обилки. Да как так-то, я не понимаю! У чувака просто чуть-чуть хп оставалось, это, блин, бред вообще какой-то, ребята. Жестко, однако, жестко. Да жесть, они уже опять рашат, суки! Огонь по готовности! Чё-то вот в прошлой серии, ребята, мы там прям тащили, а чё-то сегодня как-то, ну, не очень. О! Так, ТПшечка, хилочка. О, ну вот только сказал, умри, вот эту ульту, и все, он взял меня, убил именно он, сука, именно меня. Так да, они жестко, как они так рашат, я не понимаю, они в пятером просто, я не знаю, как, объясни. Не, ну игра вообще в первую очередь, она что подразумевает под собой, это командный тип войны. Ну это да, тип... это понятно. Вот надо как бы реально собирать, по сути, так команду, но у нас вот пока что еще это на стадии сборов идет. Так, я в принципе могу ультануть. У меня есть ульта. Сука, где ты? Где ты, мразь? Минусанул. Ай, да ладно, чё? Ах ты, мразь. Так, убил одного. Ну они вообще быстро телегу катят. Так, я, короче, принимаю какие-то меры, беру, короче, фару. Сейчас с этими гранатометчиками там их зачморим. Так, давай. О, пошло добро, давай. Отлично, так. Стой. У нас, конечно, что-то персонажи вообще не вытягивают, да? Ну, что-то да, видимо, плохой состав просто выбрали. Так. Или здесь, кстати, вообще? Минус! Здесь, кстати, ну... Давай минусуйся, сука, минусуйся! Мразь! Дробовики, жнец! Давай! Минус! Наверху, Макс, один! Ну, умри! Так опять убил с дробовиками, это вот... Писья влажная! Как мне еще его, не знаю, оскорбить морально, это жесть. Я попробую, конечно, жнецом сейчас поиграть, но думаю, что у меня ничего не выйдет с него нормально. Так, лечимся, отличненько, так. Давай, быстрей, come kill. Так, главное, что в спину меня никто не забрал. Так, ну мы пока защищаем хорошо по дочку, как бы, да, корабль дальше не идет. Так, ну, нет, он пошел вперед, а кто его толкает? Слышь, ты че? Я могу. Меня убивает жнецом, только я беру жнеца, меня убивает вообще солдатом, понимаешь? Такое чувство, как будто я нуб, что ли? Походу, есть такое немного. Я тут прям вообще не знаю, куда стрелять. У тебя сколько убийств вообще? Сейчас, подожди, Макс. У меня 7 убийств, 8 смертей, пока вообще не тащится. У меня 8 убийств, и при этом, я не знаю, где смерть... А, и 7 смертей. Чё ты, да, ребята, сегодня у нас игра так тупленько идет на самом деле. Вот, но это ладно. Блять, всякое мразь. Случается. Опять так, ну, убило. Нам самое главное просто держать корабль, чтобы он не шел на нашу территорию. За Гензи, я уже привык им играть с таким вот геймплеем быстрым, это жесть. Все, у них последняя у вас точка остается, блин. Надо уже как-то доделать это дерьмо. Так, минус 3 оформил, Макс. Так, корабль стоит на месте пока что. Отлично. Ой, откуда они пришли? Откуда?
Откуда, так, где надо кто? Полечиться. Полечиться. Слева, слева, слева стороны. Так, быстрее лечись. Макс, вон слева. А, их тут много! Так они умри, вообще откуда умри. Берутся-то? А, билки вот включают вообще вовремя. Сука, просто откуда они берутся, я не понимаю. А, так, у них что, у них получается фаер, жнец, это тёлка, солдат, ковбой. Ну, у них прям... У них даже хилеров нету в команде, и они вывозят этим. Жестко, 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 жестко. Ни одного... Нет, у них только один танк. Это очень мерзко. Давай, 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 отлично, убил. Убил. Так, мне нужно прикрытие, так, перезарядка пока что идет. Так, все, отличненько. Так, вот я вот тут просто буду стоять и вот буду каждого оформлять, получается, кто будет бежать. Потому что иначе, ребята, просто реально, я бы взял кого-нибудь другого персонажа, чтобы было более эпичнее, но тут просто такая ситуация, где нужно реально стоять турелью, мне кажется, и все. Ну, это все на благо именно вот... Команда, да, 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 да. Так, видел там кого-то. Во, не бегут, 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 бегут. Герои не умирают. Огонь по готовности. Так, перезарядочка. Вроде пошло, пошло, добро. Пошло, да, 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 да. Чувствуется прям. А, Макс, ну блин, ну... Ай-яй-яй-яй, там в спину просто меня. Им осталось совсем чуть-чуть, чтобы добраться. Быстрее подходите, ну же, пацаны, мне нужна помощь. Так, давай, ну спамьте быстрее, давай, 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 на крышу, наверх быстрее. Блять, фары вот. Я не могу, короче, один чисто вот своим гензи затащить, просто сразу в эту кучу залетаю, но не выходит. О, у тебя ульта, отлично, сейчас у меня тоже уже есть, сейчас мы их это... Нам главное 2.5 минуты продержаться, и все будет в ажуре. Блин, вот. Нет, 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 да как так-то вдвоем меня там это убили-то? Блин, ну я вообще не знаю, Макс, я стараюсь, реально, я стараюсь, я хочу выиграть эту катку. Так, давай, наверх, нужно подниматься, у нас вообще осталось очень мало-мало-мало возможностей и шансов выиграть. Так, я отхожу обратно. Так, может, кому-нибудь повыше... Ой, давай, давай, держись, держись, брателла. Сейчас расплаты. Так. Они слева обходят, они слева, суки, обходят. Кулак! Это был, походу, этот... А, да ладно! Сейчас этот, расплат. Ковбой ультанул просто, жесть. Жестко он, однако, ультанул жестко. Давай, давай, держим, держим, держим. Я уже не знаю, сколько раз я умер-то уже. 45 убийств, отлично, просто пошло добро, наконец-то, под... Конец уже матча, ну, разогрелись как надо, 17-11 счет, да, уже в лучшую сторону все идет. Так, все, я встал за турель. Окей, они идут, окей. Макс, идут, 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 идут. Так, ухожу, 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 быстрее, 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 уходить надо. Так, чуть-чуть не умер, просто чуть не умер. Давай, мы можем выиграть, у нас еще минута впереди. Ой, 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 ой. 12 HP, 12 HP, 12. О, умри, 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 вот этот чел появился просто рядом со мной и все. Да, жестко он, конечно, так. Ну ладно, раздал. Блин, пацаны, давайте, 50 сек. Еще минус одного. Одного. Блять, ульту так срал, ужасно, стерез 8 убит. Нет, 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 ну нет, я, я убил одного там, который тащил. Метра, сука, держи. А, давайте, пацаны. Держи. Держи, держи, держи. Держите, держите, держите. Как, сука, ну мы должны. Давайте, 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 осталось чуть-чуть. Пацаны, тут танк. Все, минусанули его, отлично. Держим, давайте, держим, бегут, бегут просто. Ищу просто. На. Давайте, давайте, 5 секунд, да, 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 да! Да! Жесть! Мы реально затащили. Просто жесть, ребята! Просто вот за это даже можно и лайк поставить. Мы затащили этот раунд, жесть! Я, честно говоря, думал, что мы проиграем его, но это... Так уже все как бы реально сводилось к тому, что мы, скажем, ГГ и все. Ну мы, понимаешь, мне просто жесть. Ну-ка, мне интересно, так, вот он тебя убил.
Еще. А, о, вот это у него ульта жесткая, просто минус. Сколько он там минусанул-то людей вообще, а? Чет, мэн. Так, и нас тут, к сожалению, в списках-то нет даже вообще. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Филиппин Кофе. Не забывайте подписываться на наши каналы, если вы здесь впервые. Ну а мы вместе с Олежей пошли дальше качать скилл в Overwatch. Пишите, еще раз напоминаю, свои предпочтения по героям, за кого вы болеете, кому, как вообще, какой персонаж больше нравится. Ну и всем adios, amigos, guys. Всем пока-пока, друзья.